всем привет! У нас сегодня регулярный ежегодный турнир ветеранов. У папы моего, как правило, когда проходит день рождения, ну из-за ковида его только один раз не было, да? У нас? Два раза, да. Два раза за ковида не было. Всегда приезжают его друзья с разных городов. Сегодня у нас три команды: Тюмень, Уренгой и Курган. Вот. Ну, играют не только ветераны, молодежь тоже. Ну, да, это узкий круг, можно сказать, даже семейный круг. И будет выступать. И, начиная от 67 лет и заканчивая 13 лет. Такой диапазон возрастной команд. Мы их примерно уравняли по составу. Курган приходит со своим составом. Турнир называется Кубок Дружба 2022. Он традиционный, ну, посвященный, может быть, не сколько моему дню рождения, просто встрече друзей. Потому что раз в году есть повод собраться, ветеранов спорта. Все, сейчас турнир будет, понятно, что товарищи, поверьте, но все хотят выиграть. По-настоящему. Да, сейчас увидите, на какая будет борьба ожесточенная, я уверен, просто тут это. Футбол, штука такая, тут товарищеских матчей не бывает. Да я не видел, я пас! Давай, давай, давай!